Представители госавтоинспекции регулярно посещают дошкольные образовательные учреждения, где проводят познавательные занятия для самых маленьких участников дорожного движения. Очередная встреча прошла в детском саду «Журавушка». С ребятками поговорили, напомнили, что и как должен ребеночек в машине себя вести, как он должен ехать с папой и с мамой, где он должен быть пристегнут и в каком кресле он должен сидеть. Как рассказала воспитатель средней группы детского сада «Журавушка» Олеся Гертоп, в группе есть специальный уголок, где малыши изучают правила дорожного движения. У нас очень часто проходят консультации и беседы с родителями. Мы также их привлекаем, делаем различные поделки с ними. Дети очень довольны, родители благодарны очень. Очень часто у нас, конечно, сотрудники присутствуют, и детям это очень нравится. Стоит отметить, что несмотря на юный возраст, дети хорошо знакомы с правилами безопасного поведения на дороге. Надо переходить дорогу вместе с водителями. Когда я еду в машине, мама меня всегда пристегивает. После беседы малыши вместе с инспекторами сделали аппликацию. С помощью цветной бумаги и клея дети изобразили ребенка, сидящего в автокресле. Сегодня мы как раз попали на занятия, которые развивают у детишек моторику в первую очередь. Во-первых, изучаем цвета. Во-вторых, мы изучаем, как размер бумаги большой, маленький. И как аккуратно сделать аппликацию. Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» в Московской области продлится до 17 апреля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.